Анонс и точно до выхода 43-й серии турецкого сериала «Преданный». 43-я серия сериала выйдет в эфир 28 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Лив вместе с Тарыком подъезжали к особняку. Неожиданно у них на пути появился вооруженный Читин. Лив вышла из машины и спросила у Читина, он сошел с ума. Она просит уйти его отсюда по-хорошему. Он должен оставить ее в покое. Читин очень зол и спрашивает у Тарыка, как он посмел коснуться его женщины. Лив сказала Читину, что он просто обезумел, и она вовсе не принадлежит ему. Тарык прикрыл Лив в этот момент, когда Читин стал угрожать пистолетом. В итоге Тарык получил ранение, и Лив очень испугалась за него. Читин заявил, что он всегда держал свое слово. Лив винит себя в том, что случилось, и считает, что она причинила Тарыку слишком много боли. Тарык посмотрел на Лив и сказал, что он тоже виноват. Когда Тарык и Лив вернулись домой, то сразу же отправились к нему в комнату. Лив помогла снять кофту Тарыку и, увидев его рану, сказала, что нужно принять меры. Только Тарык не хочет, чтобы в особняке кто-то узнал про случившееся, так как снова начнет подниматься паника. Лив проявляет заботу о Тарыке и вскоре заметила, что у него начала подниматься температура. Она просит обратиться за помощью к врачу. Наступил момент, когда Лив сказала Тарыку, что им необходимо поговорить о чем-то очень важном. 43-я серия сериала выйдет в эфир 28 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.